привет! Это программа «О чем говорят женщины». Меня зовут Сания Серикова, рядом со мной Бакуня. И Настя. Мы устроили брейншторм, о чем же нам сегодня поговорить. И пришли к тому, что у жизни каждой девушки был хоть один мудак. Поэтому поговорим о мудаках. Почему нас тянет к ним? И что, какие поступки в жизни можно отнести именно к мудачеству? Бакуня, расскажи нам свой горький опыт. В общем, так. Это было прошлым летом. Ну да, каждую девушку тянет к мудакам. Нет, ну да, каждую девушку. Вот почему? Почему? Ну, вообще... Девушки склонны вот к этому пострадать, попечалиться. И когда все хорошо, они начинают жирбеситься. И поэтому вот, ну, подсознательно или бессознательно, или сознательно, они вот ищут каких-то таких плохих парней. Да, да. Не, ну это на самом деле, дай бог, если этот момент наступает, потому что, ну, как бы полно девушек, которые вот так вот до конца жизни мудаков и влюблены, по большому счету. Ну, то есть вот это вот тяга к плохишам, она вот как-то работает прям до конца жизни. Вот. Ну, не знаю, введи программу. Такая несостоявшаяся личная жизнь в итоге. Или она от отчаяния выходит замуж за какого-нибудь, ну, непрезентабельного, якобы хорошего парня, то есть, как бы, по сути, не... Гости тоже у тебя. Дверь закрой. Сквозняк. Ну вот, она выходит замуж за какого-нибудь такого, как бы, первого попавшегося парня. Нормального. Нет, не обязательно нормального, просто он, возможно, обладает там менее мудачеством или... Уровень мудачества намного ниже. Да, то есть левел ниже. Ну и, как бы, опять же, ничего хорошего из этого не получается, потому что она всю жизнь на себя там злится и жалеет о том, что в общем, там не смогла удержать. В общем, из-за комплекса выходит замуж за первого встречного. Ну, чтобы не быть одна. Возможно, что не из-за комплекса, возможно, что от обиды. Понимаешь, вот прямо до такой степени вот ее это все дело цепануло, да, вот. На зло кондуктору куплю билет, пойду пешком. Если тебя долго залечивали там об отношениях, о любви, о том, что он устал. Не продолжай. Не встал. Да. Что вот там девушки сейчас нынче пошли какие-то не те, а вот ты прям такая хорошая, такая замечательная, вот я прям хочу быть с тобой, надоели мне все эти шлюхи дешевые, да. Тогда это неправильно, тогда это мудачество. В общем, на самом деле женское мудачество, мне кажется, практически такое же, как и мужское, то есть когда женщина преследует какие-то корыстные цели и использует мужчину. Что есть корыстные цели? Я тебе должна об этом рассказывать. Очень много девушек используют... По-моему, мне пора уходить. Очень многие девушки используют парней из-за денег, из-за машины, из-за статуса. Просто потому, что чтобы не быть одной. Просто потому, что... А мне кажется, это не мудачество. А что это? Со стороны женщины. Не, ну то есть если... Почему это... То есть у мужиков это мудачество, а у женщин нет. Да. В смысле, значит, как это должно называться? Или в смысле, на самом деле, неважно, как это называется, но... Получается, как ты считаешь, в общем, это равноправное, ой, как, не как это не равноправное, как слово? Равномедленное. Ну, то есть, а с другой стороны... мудачество. А с другой стороны, что он еще может дать? Это уже другой вопрос. То есть, смотри... Ну, хорошо, тогда чем тогда, а что может другого дать хороший парень? Вот и я о том же. Смотри, если же тогда, смотри, поговорим о мужском мудачестве, да? Если женщина не может ничего, кроме секса, дать, получается, мужик мудак, что он только с ней спит. Или нет? По твоей логике. Подожди. Она... Перемотайте там, сейчас еще раз попробую. Мужчина использует женщину для секса. Ага. Он мудак, потому что он только спит с ней. Но если она ничего не может предложить, он мудак или нет? Он мудак, да? Но если... Она еще готовить может. А может нет. А если нет? А если нет? Не умеешь готовить? А с другой, да. Понимаете, есть палка о двух концах. Я вдруг этой девушке, в смысле, она просто не хочет ему что-то другое давать. Это, конечно, уже другой вопрос, но ладно, мы не будем. Тогда девушка мудак. В смысле, если она использует его для секса, он тоже мудак. Ну да. В общем, по-моему, этот мир реально мудаком, здесь каждый второй мудак. Ха!
Проблема бывших. Если вот бывают некоторые парни, которые ревнуют бывшим. Там типа, мол, ну, да, почему бывает. Он у тебя в друзьях, почему он тебе звонит. Удали его из твиттера. Да, не читай его там, что он тебе пишет. Но если у тебя уже совсем нету, ну, то есть это был, этот человек был в твоей жизни, он остался в истории. Нет, это даже могли бы быть, это могли бы даже быть нормальные отношения, серьезные. Но они были и были, они вот по каким-то логическим причинам закончились. Ну и все, как бы вы остались в истории друг друга. И ничего нету между вами, как просто человеческие какие-то отношения. Если он сейчас с другой, то есть если тебя коробит, значит что-то осталось? Может быть, чувства не остались, а просто вот чувства... Сдачу не додали, ага. В магазинчике. А, ну, чувства сдали тогда. Ну, какого фига на твоя собственная, он твоя собственность? Нет, никто не называет там людей собственностью. Это чувство собственности. Да. Нет, я тоже так думаю, в смысле, я просто... Ну, то есть, если ты ревнуешь, да, то, ну, значит, что-то не то. Ну, как бы, ну, сфига ли ты ревнуешь. Ну, очевидно, если я была с этим человеком, значит, ну, как бы, мне не все равно, априори. А мне вообще все равно. Реально. Ну, смысле, было... совсем плевать, ну, в смысле, умерла, так умерла. Ну, да. Умер, ну, умер, да. Ну, да, мне как бы... Ну, что-то там у него с Женей происходит. Ну, ладно, ну происходит. Может, ну, девушка там новая. Блин, прикольно. Ну, как бы... Я, ну, видишь, сейчас на фоне твоей цитат тирады, моя тирада звучит так, как будто я прям сижу и там денно и ночно выслеживаю бинокль. Нанимаю там пинкертонов всяческих и вот там мониторию в социальных сетях, а все ли у них нормально? Можно спать. Что за цитата? Что за цитата сопливая? Может, они поругались? Да? А, я сейчас думал, ты мне. А что ты думаешь про Фернандо Торреса? Ну, ничего такое. А что ты думаешь про любимец девушек Криштиану Роналду? Сампунь рекламирует? Да. Шампунь, да, кстати. Шампунь рекламирует. Я знаю только это. Мама скушает Лейс. Про бабушку. Ладно, поговорим. Я на новостях. Я вот на него смотрю, на этого, на Рональдиньо, и радуюсь. Вернее, нет, я даже... Роналду. Нет, который вот этот вот с зубками. Мама скушает Лейс. Вот, я на него смотрю и жалею, что люди не зубами в футбол играют. Вот он абсолютный чемпион был бы. Они бы сразу выровнялись. Их бы не было бы. Сочились об газон. Нет, серьезно, какой самый красивый футболист? Я помню, когда еще была молодая. Там был, играл Зинедин Зидан, да, такой маленький красавчик. Тоже зубастик, кстати. И лысый. Я не могу имитировать любовь к футболу. Вот при всей... Девушки априори должны уметь имитировать. Хочешь хитрость? Вот. Один хер, я знаю, что ты не знаешь ни футболистов, ни команд, ни болеешь ни за один из футбольных клубов. Болей либо за англичан, либо за тех, у кого майки симпатичные. Я всегда так делаю. Вот у голландцев оранжевые майки. Я люблю оранжевые майки. Я синие люблю майки. Вот, болей за синеньких. Будешь за сборную Франции болеть. Франции? С милым рай в шалаше. Как вы относитесь к этой фразе? Отрицательно. Да. Я, может быть, меркантильно, но... Да. Ну, если это шалаш на Бали, да, где-нибудь? На Бали. Мне удобнее жить на Бали. Ну, так вот, шалаш. С другой стороны, как именно женщина обустроит этот шалаш? И будет ли у нее финансирование на обустраивание этого шалаша? Ну а если, подожди, ну вот возьмем, предположим, не утопическую, а ситуацию, ну как бы крайность. Угу. То есть все плохо. Ну в плане на жизнь хватает, но не больше, чем на поесть, там квартплата, квартирка маленькая, кухонька никакая, обустроить шалаш не получается, никакой тебе Икеи, никакого праздника, шарика не дали, всех обманули. То есть, ну как бы... Но при этом у тебя есть любимый человек. Ну, окей, к определенный период, но... Ну, в смысле, не на всю жизнь. То есть он будет определенный период любимым. Даже если есть свой личный шалаш, в смысле, личная маленькая квартирка, да, то это уже хорошо, я считаю. Потому что, на самом деле, сколько молодых семей, которые снимают квартиры, которые готовы, на самом деле,
Я бы сейчас, ну, честно говоря, у меня нет своей личной квартиры, но я была бы рада жить хоть в маленькой коморке, но своей. То есть, ну, понятно, что это не всю жизнь, но для этого нужны амбиции. Это уже зависит от человека. Это зависит от мужчины. Здрасте. В моем доме много гостей. Я тебе говорю, сквозняк. По ногам дует. Только гости. Ну, то есть вы против шалаша? Не, на самом деле, до поры до времени, скорее всего. Ну, то есть, just for fun, шалаш нормально. Если у него нет амбиций, то, в смысле, если... И он говорит, вот, окей, детка, принимай, это шалаш, я же любимый. Да, и все, в смысле, главное, я у тебя есть, а на все остальное пофиг, то это, я считаю, что это тоже до него. Потому что, говорю, это может быть и меркантильно, но, с другой стороны, я хочу, как бы... Не останавливаться. Комфорта? И жить лучше, комфорта, да, комфорта. Для кого-то, может быть, окей, достичь чего-то, вот своей однокомнатной квартиры, где-то там в Шарашкино. В Бирюлёво, да, ага. И все. И, может быть, им реально больше ничего не нужно, жить и только вместе жить, там, радоваться совместной жизни. Но, хум-хаук. Что? Кому как. Готовы ли вы простить измену своего молодого человека? Нет. А, ну, вообще, это очень сейчас будет высокомерно, бесконечно. Это будет звучать как снобизм, а я сноб, кстати. А, женщина в нашей семье не изменяет. Ну, в смысле, просто, как бы, ну, не изменяет и все. Не знаю. Я не знаю, как это, ну, вот прям конкретно очертить, вот, там, рамки вот этого всего. Но есть такое жизненное кредо, то есть наших женщин не бьют, наших женщин не, нашим женщинам не изменяют. Ну, как-то так. То есть... Мы поняли вашу позицию. Да. Бакуни. Не то, чтобы я говорю сейчас, что окей, там, я готова простить, пожалуйста, welcome. Но как вариант, потому что можно понять мужчин, как они оправдываются, да, мы не можем всю жизнь есть борщ, всю... охота что-то как-то сравнить. Можно борщ разбавлять сметаной. Нет, на самом деле, когда ты идешь в ЗАГС... А можно туда капусту не положить, да? Да. Когда ты идешь в ЗАГС... Можно было побольше чего-нибудь. И сочетаешься браком с борщом. Это я вам как борщ говорю. Не понимать двояко. Это не мы говорим, а двояко. Что ты сказала с бешбармаком? Ладно, бешбармак, ладно, борщ. У меня есть одна знакомая, которая думает, что она греческий салат, а на самом деле лаваш. Это еще... Ну так вот. Когда ты идешь в ЗАГС, берешь на себя ответственность, обещаешь другому человеку фактически вот этим поступком, что там я буду с тобой до гроба, есть все-таки какие-то нравственные моменты, смотри, а если... и после этого ты начинаешь ныть, что, мол, я борщ не люблю, а налейте ко мне солянчики, ну или там, я не знаю, шашлычку захотелось. Это, кстати, не советовала бы, там вот за шашлычок прилетит сильно. За кавказский шашлычок, да? Ну, сейчас, зачем вот это вот объяснять-то? Это грешно. А я к тому, что, смотри, если, ну, дело не в свадьбе, а вот просто молодой человек, то есть, может быть, он не давал тебе клятву вечной любви. То есть, как тогда быть, в смысле, тогда он, с одной стороны, не нарушает какие-то нравственные... Не, ну, мы сейчас говорим, мне кажется, о браке. Да? Ну да, все равно. Нет, измена в браке. А если измена в отношениях, то это уже, ну, это уже, простите, ну, край. Ну, в смысле, да, ну, то есть, нет, фига тогда. В браке простить можно, а в отношениях, когда вы еще не в браке, нельзя простить. Да. Интересно. Ну, я в этом плане даже готова чуть-чуть перефразировать там жизненную вот позицию свою. Нашим женщинам изменяют, ну, один раз. Вау. Ну да. То есть, вот. Как бы сходили, ой, нет. Вот сходил и ушел. Пошел. То есть не вернется. Ну, даже если и вернется, ну, как бы, нет. Я не... Возвращаемся, опять же, к чувству собственничества. Мне чудовищна мысль, что если я еще нормально отношусь к тому, что у человека до меня может быть жизнь, потому что после меня она будет, но во время меня, как бы, я в отношениях никого, кроме него, не вижу. И я надеюсь, что, ну, как бы, он относится ко мне так же. Если он ко мне так же не относится, значит, отражен.
Что вы говорите? Смотрите, а если вот такая ситуация бывает, что вот, ну, мужчина изменил, да, чисто физически, в смысле физиологически, да, просто сходил налево на одноразовый секс, да, который на самом деле вполне возможно ничего не значит. Ну, а если же вот бывает так, что мужчина больше времени проводит с другой девушкой без личного, без физического контакта, но как-то вот становится ближе... Она ему близка, да. Как-то вот душевно, что ли, или, ну, как-то вот на таком уровне. Считаете ли вы это хуже или лучше, или как это? Ну, начнем с того, что я дурацкий идеалист, я верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Правда верю. В смысле, я правда верю в то, что люди спокойно и разных полов люди могут общаться между собой. При этом, возможно, даже допускаю мысль, что там один из них хочет завалить другого в постель, но при этом они весьма комфортно проводят там друг с другом время, у них общие темы, общие взгляды на жизнь, общие приколы и прочее. Я к такой связи отношусь нормально. Если он сходил налево, то есть если он допустил в своих мыслях в близости другую женщину, повторюсь. Понятно. В смысле, просто я знаю многих девушек, которые воспринимают не физическую, а вот духовную измену. Болезнь. Болезненнее. В смысле, да? Что лучше бы ты с ней переспал, нежели ты там уделял ей больше времени, там, ну, как-то, не знаю, может быть, дарил подарки. Но вообще, то есть, когда в целом у мужчины отношение к другой женщине лучше, ближе, лучше. Ну, я, в принципе, считаю, что, ну, как бы высшая точка отношений – это вот та самая интимная близость, да, о которой мы говорим, и которая, ну, фактически… Ты правда идеалистка? Да, да, я идеалистка, и я ханжа, на самом деле. То есть, как бы, да, вот связь, которая возникает с людьми, высший пик какой-то, вот в апогее их отношений, то есть в момент абсолютного доверия с обеих сторон, ну, как бы, как для меня это видится. То есть это не может быть, вот, опять же, левосторонний перетрах, это любимое слово свиньи за сегодняшнюю программу. То есть для тебя одноразовый секс это вообще не... Нет, надо. Нет, нет. А зачем? Ну, в смысле, как бы, у меня ощущение, что я себя растрачиваю в такие моменты. И для меня это неприемлемо. Меня не так много, как кажется. И вот так вот, ну, в смысле, на сдачу давать? Нет. Но это не мой совершенно путь. То есть для меня проще, ну, я не знаю, наверное, как-то это, возможно, дико звучит. И, о, боже мой, да сейчас же 21 век так не живут. Но для меня легче перетерпеть, там, не знаю, даже год, даже полтора, но дождаться того человека, который сможет это оценить по достоинству и который, получив вот этот вот подарок в какой-то степени от меня, он не скажет «класс!» То есть, ну... Это была хорошая речь. Вот для женщин проще простить вот эту одноразовую измену физическую, физиологическую, да? Да. Да, физиологическую. А для мужчин, как раз-таки, мне кажется, вот это вот... Доверие другому человеку. Окей, ты можешь общаться, да? Ты можешь как-то... Но может не дай быть, бог ты ищешь. Да, но не дай бог ты там... Окей, можно простить мужчине там для разнообразия, он, что он, там, не знаю, сходит налево. Оценит, недооценит. Я-то знаю, что я лучшая. Ну, просто незачем изменять. А если, допустим, такая ситуация, что вот вы изменили, и как вы бы себя вели в этой ситуации? Ой, ну вот, как, когда вот я... если это был не по любви, а вот случайный, одноразовый... Блин, я бы утопилась, наверное. Топилась? У меня, ну, не знаю, совесть, у меня совесть, совесть, да, совесть, потому что... Ну, в этот угол можете вообще не спрашивать, но у меня предыдущие тирады, по-моему, все понятно, что мне проще в монастырь уйти. Потому что у меня в первую очередь к мужчине уважение, к моему мужчине. Даже если не любовь, да, это уважение. И вот это, если что-то как-то произошло по каким-то там непонятным причинам, технический сбой там, я не знаю. Эррор, эррор. Да я не могу остановиться. Будь плачу. Не будь плачу. Нет, пожалуйста, я не хочу. Остановите меня. Я сойду. Какой умный. То вот после это будет что-то страшное, мне так кажется. Я могу в мыслях, допустим, это как-то допускать. По отношению к актерам. Ну, даже, может быть, и к реальным людям. Но чтобы вот прям так, нет.
опять же, я согласна с тобой насчет такой дружбы между мужчиной и женщиной. Когда мне просто, допустим, интересны его взгляды, там, его увлечения, и все такое, интересный чувак. Ну, вообще комфортно с человеком, как-то да, надежно, но при этом совершенно не обязательно, что ты должна с ним спать. Ну да, ну какая-то там стена, я не знаю, между нами стоит, и вот дальше какой-то зоны комфортности мы не пересекаем вот эту линию. И... А ты? Зато ты вот два вопроса подряд прокатила только на наших ответах. Тебе твоя очередь. На самом деле я... То, что касается физической измены, вот какой-то одноразовой, если действительно это было случайно, там, ну, в смысле, не случайно, я ничего случайно не может быть, да? Я к тому, что если это на самом деле произошло там один раз и без каких-то чувств, то, возможно, я прощу, я не знаю, потому что, честно говоря, я один раз сталкивалась, ну, в смысле, ничего из этого не вышло, но я не знаю, как бы я поступила с человеком, если бы это сделал мой любимый человек. Ветливая такая. Вот, а что касается какой-то вот духовной измены, в смысле, я вообще очень такой неревнивый человек, я не знаю почему, я либо слишком доверяю людям, то есть если я рядом со мной человек, я ему абсолютно доверяю, и если он мне скажет, у меня с ней ничего нет, в смысле, я поверю вот как-то вот сразу, я не понимаю девушек, которые копают, да, под кого-то, ну, ищут, бред. Там, например, в смысле, ну, вот сами же... Это виктимное поведение просто называется, я хочу обидеться, давайте я найду повод и обижусь. Да, на самом деле, оно иногда, как бы, бывают, как вы говорите, предпосылки к этому, но, тем не менее, вот у меня такого нет, и поэтому я даже, я просто не знаю, как, каково это вот так вот ревновать, я не знаю, что это вообще. С вами была Сания Серикова, Анастасия Медынцева и Бахыт Асанова. Всем пока! Thank you.